Итак, Полина Агафонова. Победительница юниорского первенства России прошлого сезона. В этом самом зале в Саранске. Эх, Полина Агафонова из Санкт-Петербурга так здорово начала эту программу, что аж сердце заколотилось у всех. И не доехала до конца без ошибок. А разминалась как? Вот тут, может, не успела отдохнуть. Но, правда, начало было прекрасно, 3-3 сделала. Тоже, знаете, бывает, что если не часто так катала, то 3-3 сделала, выдохнула.
И все, ну, всю первую часть она все сделала. А потом уже начала флип не сделала, луз не сделала, тулуп не сделала, сделала сальхов с тулупом двойным. Ну ничего, это дети. Это дети, это очень способные дети. Еще катается, неважно. Еще. По-детски? Да, еще у нее очень хорошее вращение. Вот она сразу стала вращение четвертым элементом. И у нее сразу видно, что вращение шикарное. У нее абсолютный шаг, что она не теряет скорость на вращении, да? Что она может делать вращение с увеличением и с уменьшением скорости. Ну, это просто вот глупо, что она падала. Просто не раскрывала свою руку. Это все. Вот. Такая еще детскость. Но вращение у нее четвертого уровня, хотя не думаю, что последнее, потому что последнее она опоздала. А вот комбинированное вращение у нее просто уникальное, прекрасное. Много позиций использовано, даже, ну, даже есть лишний. Мне никогда не лишний, потому что я люблю это усложнение, понимаете? Почему нужно делать, если это не будет оцениваться? Это всегда будет оцениваться. Это будет оцениваться на плюс. Все нужно делать, все, что возможно, нужно делать. Вот. А девчонка очень хорошая. Вот по началу программы, но потом немножко разладилась. Все равно они с Урмановым уже, я понимаю, что срабатывается. Девчонка, конечно, будет отстаивать себя на первенстве, на детском первенстве, которое у нас состоится после чемпионата Европы. А где? Как я сейчас не скажу вам, Вася, оно, конечно, известно, но, знаете, мне все равно билет дают, и я еду. Вот. Это сегодня еще такой счастливый день, что с утра удалось пойти в музей Эрзя и посмотреть там на его работы, на живопись. Так? Очень хорошая девочка, просто очень хорошая. Но, конечно, предстоит очень большая работа над скольжением, именно над такими базовыми ценностями, без которых нельзя. Я желаю им удачи с Лешей. Леша очень хороший тренер, очень хороший человек. Вот, и у них все получится.